Так, меня видно, да? Все нормально? Да. Ну, давайте 2 минуты еще и начнем. Так, ладно, вроде плюс-минус будем считать, что все собрались. Хотел, по крайней мере. Так, ну, как всегда, надо скачать семинар. Думаю, надеюсь, все это уже сделали. Сегодня поговорим немного про градиентный бустинг. У нас будет еще следующий семинар, когда мы чуть более подробно еще поговорим про всякие библиотеки и про обработку данных, по идее. Вот. А на этом семинаре, ну, желательно, чтобы мы разобрались в теории и, ну, тоже посмотрим, да, как все это работает и так далее. Вот. То есть, на мой взгляд, тема не самая простая, но, может быть, вы все уже с лекции все поняли, и на самом деле ничего пояснять не нужно, легко уже код сами весь напишите, реализуете там и так далее. Ладно, начнем, короче, пока с теории. В чем вообще идея? Ну, то есть мы с вами уже обсуждали всякие разные алгоритмы и потом пришли к выводу, что бывает иногда интересно брать не просто какой-то алгоритм, брать композицию и там строить композиции всякими разными образами. Соответственно, мы с вами обсуждали бэггинг, рандом форесты, когда мы брали, соответственно, подвыборки какие-то разные из нашей изначальной выборки, на них обучали алгоритм. Вот, таким образом, так как рандомную брали подвыборку, получали немного разные алгоритмы и усредняли их, и нам казалось, что это будет давать какой-то более хороший результат. Ну, и так оно и было. Вот. Ну, и плюс мы просто получали чуть более сложные, наверное, алгоритмы, чем мы могли получить просто благодаря, там, условно, одному решающему дереву. Точнее, не более сложные, более хорошо обобщающие, да.
Вот. Соответственно, потом, но мы что делали? Мы просто брали полную выборку, обучали новые алгоритмы на, ну, не полную выборку, а условную, под выборку, и как бы просто обучали, чтобы предсказывать ответы, и потом усредняли. Но здесь у нас появляется новая идея, она заключается в том, что вот мы обучили алгоритм, и мы новый алгоритм будем обучать не независимо от него, от первого нашего алгоритма, а пытаясь компенсировать ошибки нашего предыдущего алгоритма. То есть, по факту, у нас, допустим, мы хотим обучить алгоритм номер n, тогда у нас по факту, ну, то есть наш глобальный алгоритм — это сумма наших всех алгоритмов. Ну, можно сказать, что с какими-то весами, допустим. Вот. И, допустим, у нас уже мы построили там n-1 базовый алгоритм. Чтобы построить n-й базовый алгоритм, мы смотрим на то, что у нас выдает наша композиция до того, смотрим, какие у нас там получились остатки, и хотим их предсказать. Я, может быть, немного путно сказал идею, но я надеюсь, что она всем ясна. Если что, то чуть попозже тогда спросите еще раз про это. Вот. Соответственно, но мы можем предсказывать не просто нашу ошибку, да? То есть вот, допустим, у нас есть алгоритм, он как-то предсказывает на обучающей выборке, у нас есть реальные результаты, и мы можем там, например, взять и предсказать просто разницу между ними, то есть ошибки. Это будет не совсем правильно, потому что мы таким образом будем... Да, мы конечно, будем хотеть предсказывать... То есть мы будем стремиться сразу, условно, к нулю нашего функционала, потому что если ошибок нет, то там, условно, функция потерь будет равна нулю. Но на самом деле понятно, что нам лучше итерационно, как мы это делали уже в градиентном спуске, просто спускаться по пространству объектов алгоритмов к нулю. То есть мы будем не сразу идти в сторону нуля, а идти в сторону антиградиента. Вот. Тоже надо немного осознать, наверное, мне так кажется, почему это так. Вот. Но, опять же, тут идея абсолютно такая же, как с градиентным спуском. Не абсолютно такая же, но очень похожая. Вот. Поэтому, ну, давайте мы посмотрим просто. Вот, допустим, у нас есть какая-то функция потерь L. У нас есть там IT, это, соответственно, реальное предсказание. L — это количество объектов выборки. А — это наш алгоритм, и x — это, соответственно, наш объект. Тогда А мы будем рассматривать как взвешенную сумму, ну, с какими-то весами базовых алгоритмов. Мы потом поговорим про то, какие базовые алгоритмы, но обычно это просто деревья. Вот. Ну, точнее, 99% случаев это просто будут деревья. Ну, там, может быть, в каких-то более сложных библиотеках мы там будем чуть как-то это усложнять, но в целом это будут деревья. Вот. Соответственно, наш алгоритм — это просто взвешенная сумма базовых алгоритмов. И вот, допустим, мы хотим добавить еще один базовый алгоритм. Как мы будем его строить? Вот мы можем записать наш функционал, что, соответственно, у нас уже есть алгоритм AN-1, который состоит из N-1 базового алгоритма. И мы в него хотим добавить, соответственно, с некоторым весом новый, короче, предсказание нового базового алгоритма. Вот. И мы минимизируем, соответственно, по этому. Сейчас. Вот. И, соответственно, что мы делаем? Мы просто берем наш функционал, да, который у нас есть, и минимизируем его по ответам. То есть, сейчас, как же это, наверное, лучше пояснить? Я просто не знаю, насколько это непонятно, но, в общем, идея в чем? У нас, допустим, есть какие-то предсказания, да, уже вот наш алгоритм AN что-то предсказывает, да, и мы можем по его ответам, очевидно, мы их можем как-то улучшить, и наш функционал упадет. Мы, ну, просто берем, соответственно, градиент в том, то есть мы смотрим, в какую сторону нам надо улучшить предсказания нашего алгоритма, да, и мы, соответственно, берем наш новый алгоритм таким, чтобы мы это направление как раз и предсказывали. Вот. Такие дела.
Ну и дальше тут потом мы можем получить, когда мы уже получили базовый алгоритм, мы также можем получить просто, какую нам надо подобрать лямбду, там, ну, неважно. Вот. Давайте какие-нибудь вопросы вы зададите, потому что мне сложно, правда, понимать, что именно тут понятно в этой идее, что нет. У вас наверняка это было уже на лекциях, правда, но мало ли. Если прям все понятно, то тоже напишите, что все понятно. А n-1 в дворе ячейки, которые у вас сейчас выделены, это константа же у нас? Где? А n-1 — это наш... То есть мы по нему уже не оптимизируем. То есть у нас... Ну, по... на константу, да. Ну, то есть это наш матрица. Алгоритм, который мы уже построили. У нас мы... То есть вот у нас построено n-1 алгоритмов, да? И, ну, и там с какими-то весами. И мы говорим, отлично, они у нас построены, как нам построить новый nth алгоритм? То есть, когда мы строим nth алгоритм, мы уже предыдущие не меняем, естественно. Угу, хорошо. MBNX, что? Потому что... А, прибавляем, но потому что вот, вот у нас есть алгоритм, да? Вот у нас есть... то есть наш алгоритм... Еще раз давайте разберем понятие. Что такое А? А — это наш суммарный алгоритм. То есть есть базовый алгоритм, то есть мы на каждом шаге добавляем один базовый алгоритм. А энты — это сумма базовых алгоритмов с весами какими-то, соответственно. Так, да. Почему мы прибавляем? Потому что мы хотим, вот это n-ый шаг, то есть у нас построено n-1, то есть мы построили наш алгоритм из n-1 базового алгоритма с весами, и мы хотим к нему добавить еще один базовый алгоритм. Вот, мы его добавляем. То есть мы минимизируем функционал, имея, соответственно, вот наши реальные, вот L — это функционал наш, функция потерь, Y и Y — это реальные предсказания. Это то, что выдает наш алгоритм, который уже построен. А это новый алгоритм, который мы сейчас строим. Вот. Это стало чуть более понятно или нет? Про спуск к минимуму. Но еще раз, идея в чем? Идея в том, что вот у нас есть какие-то ошибки. То есть мы вот мы построили алгоритм А, да? И у нас есть... Мы как-то ошибаемся на нашей выборке, очевидно. Вот, и мы, соответственно, хотим, вот наш функционал, вот, ну, точнее, даже тут лучше посмотреть, вот. Вот у нас есть наш функционал, он зависит от ответов и от наших предсказаний. Мы построили как-то предсказание, мы, соответственно, мы построили как-то предсказание, у нас есть какое-то значение функции ошибки. Мы можем хотеть уменьшать нашу функцию ошибки и посмотреть, в какую сторону нам надо условно двигать наши предсказания, чтобы уменьшить ошибку. Еще раз, мы просто, ну, опять же, мы просто спускаемся по функции потерь. То есть то же самое, как с градиентным спуском. Там мы веса меняли, чтобы уменьшить функцию потерь, а тут мы условно смотрим на предсказания нашего алгоритма уже. Вот. А можно еще уточнить вот последняя фраза как раз. То есть мы смотрим не на изменение весов, а на изменение разницы между предсказанием всей композиции А n-1 и новым деревом P, например. Еще раз, вот мы хотим, вот мы строим новый алгоритм, да? Что значит вообще строим новый алгоритм? Когда мы фитим его, мы же должны туда что-то передать, правда? То есть мы туда передаем условно объекты, и мы передаем туда, ну, что мы хотим предсказать, y, да? Так вот, когда мы строим базовый алгоритм, мы в бэггинге условно, мы делаем просто, мы передаем то же самое, мы передаем какую-то случайную подвыборку и наши ответы, а потом усредняем. А здесь мы передаем, когда строим базовый алгоритм, не наши ответы, а мы обучаем его как раз условно на антиградиент. То есть мы хотим, чтобы наш новый алгоритм предсказывал направление, по которому нам надо двигаться в наших ответах, и мы бы его добавили, и так, ну, и
чуть улучшили наши ответы. Вот. Как-то так. То есть тут надо понимать... Ну окей, ладно. У кого есть вопросы? Или всем понятно, если... Или кому-то понятно, пишите, что понятно. Пойдет, ну. Понятно. Угу. Окей. Вот. Соответственно, в чем вообще, еще раз про бэггинг и бустинг, в чем основное отличие? То есть в бустинге мы на каждом... То есть вот еще раз, допустим, у нас действительно есть какое-то распределение объектов и там, условно, признаков и Y, да? И, соответственно, в бустинге мы на каждом шаге чуть лучше еще настраиваемся на это распределение. Но понятно, что если мы построим очень-очень много алгоритмов, то мы просто переобучимся под нашу обучающую выборку, потому что мы все время будем сдвигаться и уменьшать наш функционал на трейне, и как бы, ну, мы придем, конечно, к нулю, но мы слишком сильно переобучимся. Вот. Соответственно, в бэггинге при большом количестве, ну, мы просто перестанем улучшать качество нашей модели, но мы не будем слишком сильно переобучаться, потому что это просто будет, опять же, композиция большая из деревьев и так далее. Вот. Окей. Сейчас мы посмотрим на что-нибудь и, наверное, станет чуть пояснее. Вот у нас есть данные какие-то, да? Соответственно, x, y, да? И мы будем сначала строить просто... Короче, мы будем строить и градиентный бустинг, и бэггинг, и будем смотреть, насколько мы вообще переобучаемся и как это все выглядит. Так, сейчас. Вот. Соответственно, что у нас здесь происходит? Вот мы строим здесь бэггинг, да. У нас одно дерево, ну, понятно, что мы плохо как-то подогнались под выборку, потому что у нас просто одно дерево и так далее. Окей. Дальше мы увеличим количество деревьев, 5 деревьев, 20 деревьев. Вот, и дальше мы видим, что на самом деле разница между 100 деревьями и 2000, она почти незаметна. То есть вот мы как раз подстроились каким-то образом под нашу выборку. Дальше мы качество уже в бэггинге не улучшаем. У нас алгоритм, он примерно остается таким же. Вот. А для градиентного бустинга, если мы посмотрим, что происходит, то мы увидим, что мы все больше улучшаем, ну, все улучшаем и улучшаем в зависимости от количества наших базовых алгоритмов. Но понятно, что там на 2000 деревьев мы действительно просто полностью повторяем вообще нашу выборку. И, ну, наверное, это не очень хорошо. И на тесте это сработает так себе. Вот. Но давайте вспомним... Ну, сейчас у вас есть какие-то вопросы по этому построению? А на данной выборке вообще хоть где-то лучше бустинг, чем что там первое было, чем бэггинг? Потому что тут такие данные, кажется, что даже уже на какой-то картинке, где... Когда же уже на второй картинке она начинает сдвигаться, непонятно, лучше это не, или не лучше. Это... Или там где-то посчитано, может быть, какая-то... Ну, это можно будет, да, это можно посчитать, но это надо разделить на трейн и тест. Думаю, что, конечно, так где-то она будет лучше, но на реальных данных она однозначно будет работать лучше в целом. Ну, не совсем просто бустинг. Вот, ну уж, по крайней мере, точно лучше, чем бэггинг. Вот, может быть, на таких данных действительно там быстрее переобучается. Вот, но это скорее просто про то, чтобы показать, как именно он работает. То есть, что действительно он супер быстро обучился по выборку. Вот. Ну, давайте
сейчас на всякий случай вернемся еще раз. Что мы здесь вообще делаем? То есть вот мы посчитали, наш алгоритм новый предсказывает направление антиградиента, и мы его добавляем там условно с каким-то весом. Вот. Мы можем сказать, что а давайте мы будем добавлять, ну, то есть у нас здесь вес, он зависит от алгоритма. Мы можем сделать, как и в случае с градиентным спуском, просто какой-то learning rate условно. Мы будем, наш алгоритм, это вот у нас построены базовые алгоритмы, да, и мы новый базовый алгоритм вместе с его вот этим, не забыл, как эта буква называется, ладно, пусть будет Y. С YN мы добавляем просто с каким-то шагом. Вот. Да, гамма. У меня вообще уже память совсем плохая. Гамма, конечно. Да, и мы просто добавляем его с каким-то шагом. Вот. Основная будет идея в том, что, во-первых, мы будем двигаться чуть более медленно в сторону антиградиента, да? Во-вторых, мы еще будем брать более простые базовые алгоритмы. То есть мы же можем брать деревья тоже разные. Мы можем, например, взять и сказать, что вот у нас дерево будет максимальной глубиной 2, да? И, ну, тогда, скорее всего, нам тоже будет сложнее переобучаться даже при большом количестве алгоритмов. Вот, ну, давайте мы просто посмотрим, то есть что здесь. Это все встроено, естественно, в этот, как он, в escalearn, в градиентный бустинг. Вот, у нас здесь max depth равно 1, и learning rate мы ставим 0,1. Вот, ну давайте посмотрим, точнее, это и так видно, но вот. Здесь, во-первых, мы намного медленнее как бы все это делаем. Во-вторых, да, мы тоже начинаем переобучаться, но даже на 2000 деревьев это выглядит не так ужасно, как было до того. Вот, и, ну, наверное, можно сказать, что вот на 100 деревьях вполне это тоже вменяемо выглядит. Вот, или даже на 500. Вот. Ну, на 2000 мы тоже, наверное, уже скорее переобучаемся, но... Вот. У кого есть вопрос какой-то? Потому что мы сейчас сделали. Вопросов нет. Окей. Так. Так, все легко идет, все понимаю. Домашку, слушайте, я не знаю, что-то она затягивается, но я очень надеюсь, что все-таки на этой неделе, ну, короче, к следующему семинару я надеюсь, что мы ее выдадим. Вот. Понимаю, вы уже очень соскучились, потому что поделал домашку. Но пока вы можете поделать соревнования. Кстати, да, напишите в чат, кто вообще был. Ну, думаю, там деревья будут и бусины, точно, да. Напишите, кто был на семинаре, который был в воскресенье, где, ну, короче, где соревнование зарешил Женя Ковалев. Да, и как? Это, в принципе, было понятно? Там вроде чуть увеличилось количество участников в соревнованиях, конечно. Но пока так. Окей. Ну, короче, я на самом деле вам очень советую, потому что пока, на самом деле, там все еще очень мало участников, и получить какие-то весомые бонусы крайне легко. Я надеюсь, что это исправится, но посмотрим. Вот, я не помню, мы решили уже увеличить время на соревнования или нет, не знаю пока. Вот. Но в любом случае, короче, это полезный опыт, то есть, возможно, надо было это как-нибудь чуть по-другому организовать, чтобы больше людей было завлечено. Потому что у меня на курсе, когда это, короче, было, то прям все супер рвались участвовать, победить своих сокурсников. Да. Вот, ладно, хорошо. Вернемся тогда к
нашему, соответственно, в Boosting и так далее. Что у нас вообще здесь построено? Мы взяли датасет, давайте мы посмотрим, что это за датасет. У нас не выполнил ячейк. Ладно. Да. X — это у нас что? Это у нас просто, ну, там, условно, 10 признаков и какой-то этот. И Y — это у нас, соответственно, вот. Окей. Ну, точнее, это просто там какие-то числа. Вот, и мы здесь, ну, естественно, мы это не будем так визуализировать, потому что у нас 10 признаков. Мы просто посмотрим как раз на то, как у нас уменьшается ошибка на трейне и что с ней происходит в этот момент на тесте. Здесь получилось не так хорошо, как был дота, но ладно. Вот. Окей. Здесь мы видим, что Бейгинг, он действительно очень быстро обучился под нашу тоже обучающую выборку. Хотя не сказать, что переобучился. Вот. А градиентный бустинг мы намного медленнее спускались к нулю. Вот. Как раз потому, что, ну, во-первых, у нас там learning rate 0.1 и так далее. Вот. Дальше, ну, опять же, здесь-то не так видно, тут, по-моему, получалось лучше. В общем, но факт в том, что на тесте, на самом деле, мы спускаемся медленнее по трейну, но мы лучше идем, мы потому что спускаемся не переобучаясь под выборку, а мы как раз спускаемся по нашему функционалу, и на тесте, да, в какой-то момент мы действительно начинаем переобучаться, и вот у нас растет ошибка, но там на каком-то определенном количестве условно регрессоров, да, но алгоритмов, у нас будет ошибка на тесте меньше, чем у Бейгинга. Вот. И, скорее всего, она будет меньше, чем и дальше у Бейгинга. Но она тут снижается, но не сильно это происходит. Вот. У кого есть вопрос, что мы вообще здесь сделали? Еще раз. Просто, то есть, по факту, это просто визуализация того, как у нас падает лосс. Как у нас падает лосс на тесте, как у нас падает лосс на трейне. Вот, и мы сравниваем два алгоритма опять. Бейгинг для регрессии и, соответственно, градиентный бустинг. Да, можем. Если так сделать. Наверное, он просто будет недообучаться. Так. У кого есть какие-то вопросы? Ну, это не сложно, мало ли. Это всем, да? Все понятно. Ну да, у нас градиентный бустинг просто недообучается. Хотя, кстати, смотрите, на тесте мы все равно... Как-то странновато даже. Ну ладно. Стоп, а почему так вышло? Почему на тренинг? Хотя нет, смотрите, у нас... А, это мы потому что, да, у нас бэггинг на трейне, смотрите, что получилось, у нас бэггинг на трейне получилось переобучился, вот, а на тесте он сработал как-то средний, то есть у нас вот ошибка выше 0.5. А градиентный бустинг, да, он не так обучился хорошо под трейн с такими простыми алгоритмами, когда у нас MaxDepth равно 1 вообще. Вот, но при этом... на тесте у него примерно такая же вышла ошибка, и это получилось даже лучше. Вот. Естественно, всякую глубину деревьев, количество, там, learning rate и прочее, это все тоже подбирается с помощью grid search, там, и так далее. То есть обучать там на дефолтных параметрах, но это будет так себе работать. Вот. И всегда надо будет потратить достаточно большое количество времени на подбор гиперпараметров. Даже не в таких простых, то есть, например, мы с вами чуть попозже разберем какие-то другие библиотеки, вот, более подробно их разберем, наверное, на следующем семинаре, вот, но на них тоже надо всегда, короче, использовать grid search, подбирать очень гиперпараметры и прочее. Особенно, например, в соревнованиях каких-нибудь, ну, и в домашке это, может, не так важно, а в соревнованиях на Кегле градиентный бустинг и всякие его производные — это супер
супер дефолтная такая штука, которую все используют и так далее. Вот, и там то, что вы чуть лучше подберете гиперпараметры, это может сказаться там, что вы условно выиграете соревнования, а другой человек нет, потому что там на самом деле разница обычно в качестве, она очень-очень-очень маленькая, и решают как раз супер такие маленькие детали. Вот. Окей. Здесь мы просто смотрим тоже на какие-то данные, которые мы скачали из соревнований на Кегле, ну, точнее, я заранее скачал. Вот. Здесь мы смотрим, опять же, просто, что происходит. То есть здесь мы строим градиентный бустинг и попросили его показывать, что вообще происходит. Вот у нас был какой-то тренинг лосс, вот у нас номер итерации. Мы просто можем смотреть, как мы спускаемся по лоссу, когда фитимся к данным. Так, давайте на всякий случай, у кого есть какой-нибудь вопрос. Ладно, пока нет, идем дальше. Если вдруг есть, то пишите. Вот. Здесь мы как раз будем подбирать немножко гиперпараметр. Ну, не прям совсем. То есть это не с помощью там условно grid search и так далее, но мы здесь просто построим график и посмотрим по графику вообще, какой условно нам лучше подойдет learning rate. При каждом learning rate мы будем смотреть на лучшее количество деревьев, чтобы мы посмотрели качество на тесте. Ну, то есть какое наилучшее количество деревьев будет показывать качество на тесте, то есть после которого мы начинаем обратно уже переобучаться, а не делать то, что нам нужно. Вот. Здесь мы, соответственно, для learning rate от 1 и до 0.1 строим графики и смотрим, как вообще это все работает. Вот. Сейчас, ладно, давайте построиться. Точно ни у кого вопросов нет? Всем все ясно? Не понимаю, что, Zoom, что ли, так тормозит компьютер? Почему он у меня строит все супер быстро, а когда я на семинаре, то он начинает очень долго думать? Ладно. Вот. Соответственно, еще раз посмотрим, что мы на графике вообще построили. Это у нас, ну, наша метрика, это как раз мы RoCoAUX строим. Вот наша метрика, которая у нас получается на трейне, да, с ростом количества деревьев. И на тесте с ростом количества деревьев. Здесь у нас лучшее количество деревьев вышло вообще 144. Здесь мы, соответственно, делаем то же самое, только для другого learning rate. Вот мы меняем learning rate и смотрим на лучшее количество деревьев опять же. Вот. Да. Окей. А grid search это лучше? Что? А grid search это лучший способ подбора гиперпараметров? Ну, наверное. Ну, то есть, по факту, а какие у нас варианты? То есть, grid search он что делает? Он просто обучает, проходит по сетке со всеми возможными вариантами, обучает и смотрит. У нас могут быть какие-то идеи, мы там, не знаю, можем сделать это не по сетке, а как-то еще. Ну, возможно, просто какая-то определенная комбинация именно параметров даст очень хороший результат. А он, если будет их... Ну, он все и перебирает, да. Но это просто работает, ну, никто не спорит. Вот, ну, можно отдельно как-нибудь подбирать, то есть прям не все-все смотреть, а... Ну, и вообще обычно это делается итерационно, не то, что берется там все-все возможные варианты и давай, пусть он там обучает. Скорее мы там... Ну, по каким-то парам гиперпараметров можем посмотреть. Потом мы, допустим, увидели, что вот мы прошлись, допустим, там количество деревьев поставили 10, там 50, 100 и 200, да? Он там выдал, что лучше это 100. Мы не остановимся на 100, мы там сделаем, хорошо, тогда пройдемся 90, 95, 100, 105, 110, ну, условно. Вот, и там вышло 95, мы такие, хорошо, 95, 96, 97 и выбрали там 96.
Ну, чтобы не проходиться, условно, сразу с нуля и там до 200 по одному дереву там с шагом. Ну, это как бы тоже не всегда там нужно потом еще прям настолько точно это все делать. Но в целом так. Вот. Я не знаю, я думаю, может быть, на следующем занятии, когда мы поговорим про градиентные про библиотеки, я думаю, мы что-нибудь еще чуть больше обсудим про GridSearch. Ну, я, может, покажу условно какой-нибудь пример, как можно обучать алгоритм под выборку и так далее. Вот. Окей. Здесь мы получили наилучшее качество на тесте RocAuk. Ну, мы можем просто посмотреть. 817 с количеством... Да, ну хорошо, я тогда думаю... А так, сейчас, тут вопросы еще какие-то были. Я покажу на следующем тогда семинаре, давайте мы про GridSearch чуть больше обсудим. Вот, лично learning rate. Да, нет, не гамма, это именно шаг. Потому что гамма — это то, условно, на что... Сейчас, давайте мы вернемся. Гамма — это конкретно гамма-n при нашем алгоритме. Она меняется в зависимости от алгоритма. Мы можем выбрать... то есть вот мы подобрали сам алгоритм, и потом мы его еще умножаем на какую-то гамму. Вот. А learning rate — это немного другое. Learning rate — это мы искусственно замедляем наше обучение. То есть мы... чтобы мы двигались не сразу полностью в сторону градиента. Ну, как на градиентном спуске, еще раз. То есть на градиентном спуске мы можем, вот у нас есть условно направление градиента, но мы можем в этом направлении сдвинуться с разной амплитудой условно. То есть мы можем сильно сдвинуться, можем не очень сильно сдвинуться. Вот, и learning rate отвечает именно за это. Где-то была вообще формула. Вот, new. То есть он не зависит от шага, ну, точнее, он как бы не выбирается в зависимости от алгоритма BN и так далее. Или от чего-то. Это просто шаг. Ну, мы тоже можем, конечно, его условно делать, что он там будет падать или еще что-то в зависимости от N. Так, да, здесь мы будем строить случайный лес. Еще раз напомним, в чем вообще отличие основного случайного леса? Что, ну, точнее, понятно, что, во-первых, мы строим по случайной подвыборке и обучаемся под Y, а не как бы пытаемся идти куда-то там по функционалу в сторону антиградиента. А во-вторых, здесь, ну, в бустинге мы используем простые алгоритмы. То есть мы брали вообще деревья с глубиной 1, как бы, да? Ну, или там глубиной 2, это не важно. Ну, короче, что-то такое простое. А в Random Forest мы вообще не берем простые алгоритмы. Мы берем как раз сложные алгоритмы, которые вполне могут сами по себе переобучиться. Нас это не волнует. Но мы все равно считаем, что в среднем они переобучаться не будут. В бустинге так не работает, понятно, что как бы нам не нужно, чтобы наши алгоритмы переобучались, потому что мы их там, ну, условно, просто складываем с какими-то весами и так далее. И вообще обучаемся не по всей выборке, а по ошибкам. Вот. Здесь мы просто смотрим, какое количество деревьев нам требуется для того, чтобы достичь того же результата, что и здесь. То есть здесь мы на тесте имеется в виду. Здесь мы за 24 дерева получили результат. Причем 24 дерева, которые достаточно такие простенькие, мы получили результат 817, да? А здесь, во-первых, нам потребовалось больше деревьев, ну, конкретно там около 50, да? Чтобы на тесте получить что-то более хорошее. Вот, а во-вторых, ну, у нас деревья строятся по-другому, они более сложные намного.
Вот. И качество, ну да, мы по итогу получили лучше, но это тоже можно исправить. Вот. Но суть в том, что это вычислительно намного более тяжелая задача. Да, это здесь незаметно, потому что у нас выборка какая-то вообще. 750 объектов. Вот. Но как бы в целом на какой-нибудь там условно супер большой выборке это было бы заметно точно. То есть Random Forest работал бы очень-очень-очень долго. У кого есть какой-то вопрос? Ни у кого нет вопроса. Ладно. Здесь, ну, это я уже вставлял в предыдущий семинар. Здесь мы просто сделаем то же самое, то есть посмотрим, что, ну, действительно, как бы это логично, потому что у нас, опять же, мы все равно все еще обучаем деревья. Да, можно вопрос по спуску, конечно. Сорян, что до сих пор про спуск. А можно просто на уровне... Ну, на теоретическом уровне понятно, как это работает и зачем это надо, как идея довольно ясная. А как мы реально передаем в новый алгоритм, который BN, ошибки так, чтобы он построил градиентный спуск? Вот мне на уровне просто конкретных шагов это не очень понятно, я предвкушаю классы домашки, так что мне... Ну, у нас же, сейчас, ну, у нас же есть какая-то функция лосса, то есть мы знаем, она же, это не абстрактная L, а это конкретная там функция какая-то, условно, квадратичная или еще что-то, да? Мы ее минимизируем. Ну, наверное, надо было вставить что-нибудь сюда по этому поводу. Вот. Ну, допустим, какая-нибудь такая, да? Вот, мы ее минимизируем. Мы можем написать, ну, мы можем же производную взять, правда? Вот, мы просто ее берем. У нас есть точно так же, как в градиентном спуске мы брали. То есть мы, у нас есть функция, мы ее минимизируем, ну, условно, берем производную там по весам. Здесь мы берем производную по результатам нашего алгоритма. Вот, получаем там градиент, получаем антиградиент, все. Ну, то есть, это как бы еще раз, это просто функция, в которой мы взяли производную. Ну, конкретно внутри там реализована производная там для, условно, разных функций лосса, вот она уже внутри встроена, точно так же, как в градиентном спуске. А мы берем производную по ответам, которые уже была вся композиция, которая AN-1? Ну, получается так, да. Окей, okay. Okay. Спасибо. Ну вот, да, вот тут как раз это написано, что мы, что мы хотим. Мы хотим, чтобы BN от Xitova был как раз равен производной нашего алгоритма по DZ. А где Z — это как раз ответы нашей композиции на N-1 шаге. Вот. Ну, действительно, да. Ну, чтобы взять DL по DZ, нам просто надо и понимать, что такое наша L и так далее. Вот. Это стало более понятно, да? Да, да, стало, спасибо. Да, ну еще раз вспомним то, что я вам показывал на прошлом семинаре. Действительно, вот у нас, допустим, есть какие-то линейные данные, вот у нас есть градиентный бустинг, да, и мы зафитим, и что-то получим, и, в принципе, во-первых, мы переобучимся по нашу выборку, и надо понимать, что не всегда надо, короче, использовать какие-то сложные алгоритмы, иногда надо использовать более простые. А во-вторых, как мы уже обсуждали, у нас не работает, не будет работать экстраполяция, то есть если у нас здесь это работает условно, то есть если мы обучились под нашу обучающую выборку, а у нас тест это, допустим, что-то сдвинутое, ну там, допустим, во времени это сдвинуто, ну или не знаю, просто так произошло. Вот, то мы это, естественно, на тесте, у нас будет супер большая ошибка, мы вообще ничего не будем хорошего показывать. Вот, но здесь и видно, что вот ошибка на тесте линейной регрессии, а вот, соответственно, для градиентного бустинга.
Вот, хотя алгоритм, казалось бы, какой-то более сложный. Вот, ну, еще раз, это все было тоже на прошлом семинаре. Здесь просто я заменил Decision Tree на градиентный бустинг. Но понятно, что так как это у нас композиция деревьев, то ничего хорошего не вышло. Вот. Так. Ну, тут вопросы есть, нет? Видимо, нет. Окей. Здесь мы поговорим про... Ну, не поговорим, точнее, я просто покажу чуть, опять же, про визуализацию. Вот у нас есть, допустим, визуализацию работы алгоритма. Вот, допустим, у нас есть данные, которые разделены на 4 каких-то класса. Мы видим, да? Это просто датасет из Escalern, тоже классический такой. Соответственно, ну, они у нас нелинейно разделимы, точнее, просто неразделимы. Они как-то друг на друга немного наезжают. Вот, но в целом видно, что вот у нас один класс, вот второй, вот третий, там, и так далее. Вот, мы можем построить просто базовый decision tree, посмотреть, что будет. Ну, да, действительно, мы разделили нашу плоскость на 4 каких-то этих, 4 региона, но видно, что мы как-то очень сильно переобучились, да, и вряд ли это какой-то хороший результат, который нас прям устраивает. Вот. Здесь мы берем Random Forest. Он такой... Сейчас. Тоже можно было бы, конечно, посчитать лосс, но ладно. Вот у нас он какой-то такой более гладенький получился. Вот. И, наверное, мы чуть лучше предсказываем. Хотя тоже у нас есть какие-то моменты с переобучением непонятные. Вот, и какие-то рваности, но в целом понятно, что это сработало намного лучше, чем просто одинокое дерево. Вот. Здесь мы берем градиентный бустинг и тоже обучаемся. И тоже обучаемся, и у нас тоже получилось какое-то, наверное, чуть лучше у нас тоже вышло. Вот, но все еще не то, что супер идеально, хотя, конечно, уже тоже вполне нормально делит наше пространство. Вот. Здесь мы можем посмотреть на CutBoost, у вас его пока нет. Я не уверен, что он супер легко скачивается, хотя CutBoost вроде вменяемо скачивается даже на Windows. Вот, а вот с XGBoost вам придется разобраться, по крайней мере. То есть если это, опять же, Mac или Linux, то это будет легко. С XGBoost, как сейчас, надеюсь, что не очень сложно, но 2 года назад я потратил где-то сутки на то, чтобы разобраться с тем, как его вменяемо скачать, чтобы он у меня заработал. Вот, но я вам очень советую это сделать. Вот. Да, я, короче, 2 года назад, я действительно, не сутки, но полдня я сидел, разбирался на каких-то форумах, почему у меня не работает на винде XGBoost. Про него мы чуть более подробно поговорим как раз вместе с GridSearch на следующем семинаре. Поэтому к следующему семинару вам стоит его скачать. Соответственно, что это такое? Там не было какой-то конкретной одной проблемы. Там было много мелких, маленьких проблем. Потому что это винда. Ну, это честно, это просто надо посидеть. То есть я говорю, я очень надеюсь, что за 2 года они что-то изменили, и на винду это стало тоже скачать в одну кнопку, но вряд ли. Возможно, это легче, чем раньше. Для этого вам просто надо будет зайти вот на сайт XGBoost, да? Ну, в смысле, на документацию XGBoost, и там есть наверняка вот installation guide. Вот. Installation guide. Вот. Тут есть раздел под Windows. Вот, как это выглядит на OS X, на Windows это уже выглядит сложнее, и что-то из этого, по-моему, не работало. Вот. Ну, я говорю, может быть, я уже не прав, и все это сейчас прекрасно работает. Вот, опять же, про CutBoost и XGBoost мы подробнее поговорим. Наверное, мы не будем прям глубоко в математику ходить, в чем их отличие, но чуть-чуть так только скажу. И я уверен, что вас это не будут спрашивать. У вас, наверное, этого и не было, да, на лекции? Вот.
Но основная идея в том, что, во-первых, мы можем добавлять регуляризацию, во-вторых, мы можем функционал немного другой брать, в-третьих, еще что-то и так далее. CatBoost — это алгоритм, который придумал Яндекс, и он неплохо себя показывает в некоторых моментах, но прям супер такой... То есть иногда он даже лучше XGBoost, но он чаще медленнее работает. Вот, а XGBoost — это прям такой супер классический алгоритм, который вот если вы зайдете на Kaggle и захотите в соревновании поучаствовать и добиться там хороших результатов, то без XGBoost, скорее всего, у вас ничего не получится. Ну, да. Нет, CatBoost, на самом деле, он правда работает вполне неплохо. И есть действительно соревнования, где побеждали с CatBoost'ом. И он ну, там все равно всегда использует еще всякие эти блендинги алгоритмов и так далее. Вот. Но изначально, да, еще CatBoost из плюсов. Ну, опять же, мы про это поговорим чуть больше на следующем семинаре. Он хорошо работает. То есть в него не надо обрабатывать категориальные переменные. Он с ними сам работает. То есть сам что-то придумывает, вы просто в него отдаете датасет, не раздумывая, и он выдает какой-нибудь результат вменяемый. Вот, ну еще раз, естественно, что всегда, все равно, даже с XGBoost'ом никогда у вас не получится ничего со стандартными этими. Ну, то есть что-то получится, но вы удивитесь, насколько, то есть вроде алгоритм остается тот же, вы просто меняете гиперпараметры, и насколько у вас растет качество. Вот, поэтому про это мы в следующий раз чуть более подробно поговорим. Так. Ладно, у нас осталось время, поэтому давайте мы вот что сделаем. Давайте вы сейчас попробуйте что нам поделать. Ладно, давайте для начала, есть у вас вопросы. Вопросов нет. Хорошо, тогда давайте вот для этих трех алгоритмов, которые у всех могут быть скачаны, то есть не CatBoost, а вот эти три, вы, дам вам 5 минут, вы сделаете, разделите, короче, выборку на train и test, и мы посчитаем какую-нибудь метрику, вы мне скажете, какую мы считаем, и так далее. Вот, я пока посижу. Вот, а через 5 минут вы там, короче, мы с вами по взаимодействию, вы мне скажете, что написать, как посчитать качество, и мы как раз сравним условно, что на тесте у нас выдает Decision Tree, что на тесте у нас выдает Random Forest, что у нас на тесте выдает градиентный бустинг для вот этих данных. Так, сколько сейчас времени? 57. Ну, давайте в 10:02 мы с вами это обсудим.
Так. Ну что, давайте для начала, как у нас чатик. Ну что, вот у нас есть x, да, вот у нас есть y. Давайте мы для начала разделим на тестовую, на train и тест. Давайте в чатик что-нибудь, что надо написать. Ну что, что происходит? Это очень легко пока что. У меня вроде все получилось, я могу пока с экрана сделать. Ну, давай. Ну, то есть, сейчас. Ой. Это не то. Сейчас пока с экрана делается. Там есть share screen кнопочка. Сложно. Это сложнее, чем пробовать. Так. Так, ну ладно, если сейчас не получается, давайте мы просто в чатик напишем хотя бы для начала, как нам разделить выбор. Да? Вот. А, господи, я понял. Вот, у меня получилось, да? Угу. Во, короче. Вот я разделил выборку. Можно, в принципе, random state убрать или test size поменять. Не так уж важно. Вот, а потом эту выборку я использовал для того, чтобы на трейнах... Сейчас, вот здесь вот. На трейнах обучить его, а на тестах accuracy score вывести. Mm-hmm. Вот получилось для деревьев, получается, 0,7 примерно. Для кого? Для random forest 0,76, а для бустинга 0,77. Вот. Окей. Можно еще, да, в целом все правильно. Можно еще, например, ну, на самом деле там аккуратность, она считается как-то кривовато для мультипласса этой темы. Надо с этим чуть больше разобраться. Есть еще штука classification report, мы ее вроде строили, где она для каждого класса отдельно выдает, вот вы передаете y, true и лейбла, который вы предсказали, и она для каждого из классов считает соответственно precision, recall, f-меру, там все такое. Вот, ну и в том числе среднего дает. Вот. Вот. Кому понятно, как это было построено и почему у вас были проблемы написать мне в чат-код? Теперь-то да. Теперь это стало проще. Не успели? Хорошо, давайте вот сейчас вы успели. Давайте, что мне написать дальше? Фит от чего?
Давайте пройдемся. Это уже теперь надо просто повторить. Ну, просто чтобы я убедился, что вы, я не знаю, можете для базового алгоритма посчитать что, то, что нужно. Как classification report считать точность? Он просто кучу цифр выдает. Он и должен выдать некоторый репорт. Ладно, мы сейчас разберемся с этим. Вот, окей, fit, дальше что? Работаем. Сейчас, как он там? Нет, нет, нет. А он как-то странно. А, может, надо вот так сделать сейчас. Смотрим, действительно, метрики улучшились по сравнению с тем, что было. Здесь. Ох, с метриками для мультикласс лейбл классификации, честно говоря, я сейчас тоже сходу вам не объясню. Это надо либо мне сесть и четко разобраться, чтобы вам все объяснить, либо вам самим это разобраться. Это, правда, не супер просто. Вот, потому что, ну, там какие-то такие метрики. Ну вот, да, действительно у нас получается, что градиентный бустинг лучше, чем Random Forest. Вот, ну, естественно, лучше, чем просто. А что с CatBoost у нас интересно будет? Вот, да, и тут у нас тоже улучшились еще метрики по сравнению с тем, что было, как мы видим, да? Мы ведь даже еще не настраивали параметры. Очевидно, можно вообще настроить, там-то как раз это получится. Не, ну, здесь на этих параметрах вышло хуже, чем... Яндекс победил. Да, Яндекс победил, чем XGBoost на относительно дефолтных параметрах. Окей. Ну ладно. В общем, давайте вы зададите еще какие-нибудь вопросы. Или если их нет, то будем заканчивать на сегодня. А про курицу, ну просто, опять же, да, он там, как бы, можно посчитать полное совпадение, и это будет, как бы, одно. А можно посчитать как-то по-другому о курсе. Вот. Окей. Ладно, что-то на следующий семинар у нас очень много всего выходит. Ну хорошо, ладно, я думаю, я постараюсь вам что-нибудь рассказать про это. А что с домашкой по текстам? Так, с домашкой по текстам.
А, ну вроде мы как раз сейчас допроверяем там оценки, доделываем и все. Я сегодня напишу. Точнее, скорее всего, они уже все доделаны, и я про это скажу. Вот. Ладно, тогда если никаких вопросов нет по этому семинару, то давайте будем заканчивать. И тогда через неделю постараюсь вам рассказать про более подробно про подбор гиперпараметров, про метрики немножко. Проведем работу самостоятельную и выдадим домашку. Очень надеюсь. Как мы бонусы. В смысле, какие именно там есть. Вы можете вы можете сказать, вот пришла, вот у вас есть количество баллов, то вы можете сказать, я хочу в эту домашку добавить свои бонусы. Скорее всего, по деревьям, по Random Forest, что-нибудь такое. А градиентный бустинг останется на еще следующий. Мне кажется, что так. Ну что-то все семинаристы ленивые, всем лень все время делать самостоятельно эти работы. Мы хотели на их намного больше дать, но это куда-то все время откладывается. Про бонусы еще раз. Ну, вы можете написать, хочу добавить в эту домашку свои бонусы. Там было, допустим, в домашке 22 первичных балла. У вас, допустим, 4 бонусных, вы написали домашку на 17 из 22. Вы добавили свои 4 бонуса, у вас стало 21 из 22. Больше десятки за домашку с бонусами стать не может. Вот, и есть еще бонусы за соревнования. Они идут не как первичные, они идут, ну, как вторичные баллы. То есть просто как один бонусный балл за соревнования равен одному баллу за домашку. Самостоятельную можно, на контрольную нельзя. Так, ладно. Если тогда вопросов нет, я, по крайней мере, пока трансляцию экрана прекращаю. В следующий раз по деревьям и по Random Forest, скорее всего. Ладно, всем тогда спасибо. До встречи через неделю.